Всем доброе утро. Вот смотрите, моржи купаются. Что-то по-армянски кричит. Видимо, холодно. Ну, а я пришел на море, если честно, планировал куда-то пойти в другое место. Точнее, не пойти, поехать. Я на машине был. Но по автомату поехал в сторону дома, и, соответственно, и как бы вот так. И поэтому все так произошло. Сейчас сильный, достаточно сильный ветерок. Очень сильный. Поэтому я в куртке и во всем на свете. Вон парень, видите? Что-то рассказывает на чисто армянском языке, походу. Что-то я понимаю. Сейчас 8 с копейками. Точнее, 8 с лишним, наверное, ближе к 9 уже. 8:30. Солнышко встало. Море практически спокойное. Все хорошо там. Это все спокойно, но пустили в этом. Я бы, наверное, не рискнул залезть сейчас в воду. Градусов, наверное, 16, так же 15. Мужчина мог это сделать. Это я. Правда, зайти полностью тоже не решается. Умылся. А нет, вон, смотрите, фиандр. Занырнул таки. Красавчик. На пляже практически никого, вот только он да я. 7 утра. О, 8, 9. И одна собачка. Беленькая. Но рыбаки уже вот присутствуют на причале. И чайки. Как бы вот так, ребят. Более, наверное, рассказать мне вам нечего. Всех с добрым утром. И будьте вон тот парень. Морж. Купайтесь по утрам в морской воде. А я не могу. Все, всем пока, побежал выкладывать, а потом поеду что-нибудь еще заново снимать.